Юношеская сборная Таджикистана разгромила соперников. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего новостного канала «Султан Ти Джей Ньюс». Мы рады, что вы с нами. Итак, начнем. Юношеская сборная Таджикистана обыграла соперников из Кыргызстана. Матч состоялся 12 февраля в рамках Кубка развития 2022, который проходит в Минске. Таджикская команда победила со счетом 3-2, сообщает пресс-служба Федерации футбола республики. В игре отличились Масрур Гафуров и Абубакр Сулаймонов. Гафуров закатил в ворота противника два мяча Гафурова и один гол Сулаймонова принесли сборной Таджикистана первую победу на турнире. Один из голов, пропущенных голкипером Таджикистана, был забит в результате пенальти. Таким образом, команда Зайнедина Рахимова заняла второе место в своей группе. Теперь 13 февраля команда сыграет в матче за третье место на Кубке развития 2022. Соперник таджикской сборной в игре за третье место еще не определился и будет известен вечером. Сборная Таджикистана по футболу Ю-16 в Минске сыграла в ничью с «Динамо» из Беларуси с Молдовой 2-2 и уступила Беларуси 2-3. Напомним, в Кубке развития 2022 принимают участие 10 коллективов. Футболисты из Таджикистана выступают в группе А вместе с командами Беларуси, Ю-16, Кыргызстана, Ю-16, Молдовы, Ю-16 и Динамо Минск, Ю-17. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк. Жду ваших комментариев. Спасибо, что вы с нами.